приходом лета на дорогах Украины резко активизировались работники автодорожных служб. Ну, наконец-то, должны были сказать автомобилисты. Но, как оказалось, вместо слов благодарности в адрес дорожников звучат далеко не лестные слова. И это связано не только с качеством ремонта дорог. Одним из тех, кто стал не только свидетелем, но и непосредственным участником халатности столичных работников автодора, стал этот водитель. Резина у меня не лысая, у меня новая резина. Скорость у меня небольшая, я ушел. Ну, знака нет. Факт налицо, результат вы видите. В тот день около 11 часов дня водитель универсала Рено спускался по улице Протасов Яр. В зеркале заднего вида он увидел джип, который моргал фарами. Водитель Рено решил перестроиться в правый ряд. Двигался по крайней левой, сзади джип, сигналит уступи дорогу, а здесь дорога идет на поворот. Водитель съезжает в крайне правую, видит стоящий трактор, начинает тормозить. Его юзом несет к обочине. В результате чего он врезается в прицеп трактора «Белорус». Я стоял, пока грузчик выкидал. Так. Когда что-то так гупнет сзади, я ж меня посунуло. Обертаюсь, а он уже сзади стоит. По словам водителя Рено, в ДТП виноваты дорожники. Они нарушили все правила безопасности, которые необходимо соблюдать во время дорожных работ. По закону, предупреждающий знак должен стоять за 150 метров от места ремонта или уборки тротуара. В тот день его не было, уверяет шофера Рено. Обнаружить знак удалось только на заднем борту лафета «Белоруса», но было поздно. Белорусы не умирают, тут буквально помята одна фара, а вот Рено... К сожалению, можно сказать, погибло, потому что передней части практически нет. Но, к счастью, люди целы. У работников своя правда. С боем, но с результатом нашему корреспонденту удалось ее услышать. Но у нас же знак, он барьер же стоял поначалу. Поначалу, но он говорит, момент аварии не было, вы его потом сами поставили. Кто вам сказал? Не было, чему це не было? Було, він ще має щастя, що ми не були на дорозі. А тут чистили. Але ж водій каже, що і ви потім його. Ну він може казати багато вам чому, чого. А знака попереджаючого за 150 метрів не було. І водитель поніс машину спочатку, знак аварійної остановки поставив возле столба, а потім аж унес туди його. Этот конфликт уже не словом, а делом будет решать ГАИ. Но независимо от решения, водитель Рено собирается судиться с муниципальными работниками. Пожелаем ему удачи и скажем спасибо случаю, что никто кроме железа не пострадал. А больше видео с места ДТП вы всегда можете посмотреть на официальном канале Magnolia TV в YouTube.